Всем привет! Сегодня мы поговорим о очень интересном ICO-проекте Никола. Ну и тут, как мы видим, у них уже инвестиции идут, то есть к ним инвестиции поступают. Soft Cap они собрали, что очень хорошо. Уже 5868 эфириумов собрали. То есть нет, 7000 эфириумов собрали, это отлично. Ну это говорит о том, что доверие со стороны инвесторов есть, то есть проект привлекает инвесторов. Ну и сейчас действует определенный бонус. Продажи стартуют через 3 дня. Сейчас можно за один эфириум купить 700 S3 их токенов OVO. Ну и таргет у них, то есть хардкап, 33533 эфириума. Компания Никола зарегистрирована в ЦУГе, Швейцария. У истоков и руля стартапа стоят японские и сингапурские предприниматели и разработчики. К примеру, гендиректором выступает Акихиро Ямаса, которому принадлежит несколько фирм в Токио, в том числе Order Creation, занятная консалтингом в сфере ресторанного бизнеса. На этой платформе будут разрешены только проекты ICO, которые предварительно одобрены и которые реализуют The ICO. Для этих проектов токенов ИКОВО под названием OVO будет выпущено на 25% скидку относительно стоимости токенов эфириума, чтобы разрешить проблемы с высокими барьерами для участия в ICO. Платформа выпустит оптимизированное предложение ИКОВО и ИКОВО Web. Это заменит MyEther Wallet, которое может быть немного запутанным для новичков. Приложение ИКОВО и ИКОВО Web будет иметь упрощенный пользовательский интерфейс, который будет просто использован с кем угодно. Он будет содержать кошелек, который соответствует стандартам токенов ERC-20 и ERC-223. Кроме того, у него будет механизм DAI-COVO, который позволяет возвращать инвесторам процесс голосования. Это гарантирует, что все, что необходимо для участия в ICO, можно получить в одном месте. Ну и тут мы также видим рейтинги, то есть мы видим, что там, где все-таки они прошли, тут довольно-таки высокие. То есть те проекты, которые их рассмотрели, тут довольно-таки высокие рейтинги. Это очень хорошо. Только тут 3.8. Ну это тоже хорошо, то, что они показывают оценку, несмотря на высокая она. То есть и минусы тоже не скрывают. Ну и на этом все. В следующем видео более детально поговорим о особенностях, о команде и рассмотрим дорожную карту проекта. Всем спасибо за внимание, всем удачи!